вечная тема, как похудеть, да, и что делать с этой полнотой. Ну, я вот скажу такой маленький пример, расскажу об одной женщине, от которой я просто в восторге. Вот есть культура поведения, да, а есть культура питания. Вот в этом человеке все, и культура поведения, и культура питания. Я вчера сидела весь вечер на ее сайте, это не реклама, это не моя родственница. Это женщина, женщина с интернета. Что у нее на ужин? И что у меня на ужин? У меня нет культуры поведения. Я могу съесть, вот если есть жареная картошка, я могу тарелку картошки съесть. А потом, конечно, буду бегать, вот ныть, ой, как похудеть. И таких, наверное, как я, очень много. И что у нее на ужин? Ягоды, фрукты и такой маленький кусочек тортика. Она его сразу не съедает. Там, наверное, ну, грамм, максимум грамм 100. Она его делит, по-моему, сказала, на целую неделю. Ну, вы себе представляете? Конечно, если я буду говорить, как похудеть, вы мне не поверите и скажете, ну, ой, господи, вначале похудей сама, правильно? А вот этот человек, на него смотришь и понимаешь, вот он, эталон красоты. Я даже не знаю, сколько ей лет, она выглядит очень и очень молодо. Это Леночка Америка, вот так у нее сайт называется, Леночка Америка. Лена, Лена, я от вас просто в восторге. Вот не то, что я там, это лесть какая-то или еще что-то, но я вчера смотрела, еще мужа позвала, ну, вот это ужин, худенькая, стройненькая. Я так понимаю, что она, ну, ей, наверное, возраст после 30. Так что есть на ужин, расскажите. Так вот, что есть на ужин, вот взять пример вот с людей, которые не объедаются. Конечно, ужин должен быть очень и очень легкий. Отварная грудинка, или куриная, или что, индюк, да, вот. Ягодки, грейпфрукт, апельсинчик, и то не так, допустим, все это целое, а половинку грейпфрукта, половинку апельсинчика. Что там? А если хочется пожрать, вы знаете, вот это вот обжираловка, я говорю, это наркотик. Тот наркотик, на который наркоманы садятся. Вот это тоже такая мания пожрать. Надо себе, или алкоголики, вот они же пьют, потому что не хотят выпить. Мам, тоже это, надо в чем-то себя сдержать. Просто себя нужно сдерживать. Мне даже стало стыдно. Вот стыдно, ей-богу, я сказала, что я не буду так обжираться больше, потому что мне стыдно, я сама себе не могу взять в руки и контролировать. Так что вот вы пока еще молодые, я уже в возрасте, мне тяжело. Ну, тяжело, потому что всю жизнь к этому так это шла упорно, потому что люблю поесть. Надо себе об этом отказать. Вот должна быть культура питания. Лена, я от вас в восторге. Понравилось вам, не понравилось, что я так о вас говорю, потому что подумать, что это какое-то нездоровое видео, нет, это очень здоровое видео. Всем привет, худейте, кто хочет. Берите пример вот с таких женщин, с которыми я познакомилась благодаря интернету.